Все очень странно происходит. Как и должно быть. Я вернулся из джунглей. Этот Гурджи надел халат, повязал тюрбан и исчез. И вообще исчезли все. Осталось нас трое. Значит, нас трое, кошка и попугай. И ночь. Но теперь стало по-настоящему хорошо. Потому что, хоть он и Гуруджи себя называет, но с мобильным телефоном не расстается и постоянно куда-то названивает. А эти двое, они настоящие. Что-то я притомился сегодня. Как-то я сплю последний месяц часа по 4-5. До сих пор это не сказывалось. А сегодня как-то усталость пришла. А может быть, это утомление от того, что все время на виду, на людях. А кроме того, этот ливень чудес. И все это вместе взятое сивку-бурку укатало. Но не настолько. Вот то, что Гуруджи укатил, это как-то воодушевило и добавило сил. А тут я еще кофейку выпил. Сейчас все восстановится. Посидим, поглядим на огонь. Хорошая фигура огня. Сейчас. Да потому что котелочек сверху стоит. Маленький котелочек. Ситарам, ситарам. Ситарам, ситарам. Слышите? Подхватил. Нике чанда джайсе, кутия янжоре. Ситарам, ситарам, ситарам кахи. Ситарам, ситарам, ситарам кахи. Джей биджи ракхе рам. Тахи бидхи рахи, джахи бидхи ракхе рам, тахи бидхи рахи. Ситарам, ситарам, ситарам кахи. Джахи бидхи ракхе рам, тахи бидхи рахи. Джахи бидхи ракхе рам, тахи бидхи рахи. И тут, откуда ни возьмись, из джунглей возникли вчерашние музыканты. И тут из ложечки его кормят. Но пока я освобождал память в камере, он уже наелся и уже не хочет. Вот под эту музыку как раз это и происходило его трапеза. То, что надо. Очень жаль. Просто... Как пишут в Фейсбуке, до мурашек, жаль, до слез. Мира,
Утренний завтрак. Вот так вот мы проснулись ночью. Была гроза, штормовая погода, тут трясло крышу, мело повсюду. Мы лежали на этих лежанках вот этого костра. Сейчас мы убрали уже. Прибрались, подмели. Чаек он поставил. У меня кофе, вот моя турочка. Вот мой кофеек. Сидим. Ни одного слова по-английски. Так что на любом языке можешь говорить. Ой. А церемоний-то, церемоний сколько. Упрашивать надо, делает вид. Ну, правда, вечерком он навернул пару плошек. Но вообще, я видел, ему подбрасывают чили, перец. Сырой. Который даже миллиметр, если откусить, все горит во рту. А этот ест. Причем я виноград привез. И ему подбросили. Так он виноградик. А потом чили. Потом опять виноградик. Лед и пламень. Хороши. Восходит солнце. Разговаривает с ним. Вот смотрите, как просто. Это вот такая в хижине джунглевой нашей глиняная печка. И вот эта вот трубка вот эта. Во-первых, она регулирует калибр кастрюльки. Сразу можно. Раз-два и поставил. И уже стоит устойчиво. А во-вторых, это дымоход. Вон дым выходит. Все, никакого дыма. Мгновенно. Красота. А это мой кофе. Вон моя турочка. А это мои друзья. Гуруджи приехал. Значит, а кто у нас живет тут? Вот этот кошарик, добывающий сам себе пропитание. Вот такое, например.
Ну вот это. Вот это утро у нас. Утро. Вот напротив меня, я покажу, сейчас сидит чудесный саду. Проснулись мы в джунглях, в этом так называемом лесном шива-ашраме. Вот это вот висят настоящие трусы. Пора уже переходить, а не этот позор вон мой, который надо мной. Вот это вот трусы надо будет мне взять, вот те. Это наша единственная говорящая на доступном языке здесь, в джунглях, создание. Потому что ни одного слова по-английски мы тут не произносим. А зачем? Нам это не нужно. Мы и так все понимаем. Вот возьму я у бабу, или как здесь называют их, каку, такие вот трусы, найду себе барышню и буду жить, поживать в джунглях. Вот второй как уйдет. Да, кушай, кушай, палец мой, кушай. Золотой мальчик. Чечевицу поел? Ночью был шторм. Крышу тут сносило. У нас тут хижина рядом с Шивалингамом. Прекрасный храм. Храм без крыши, без стен. Один камень стоит, древний камень. И трезубец. Да, золотой? Да, мальчик? Вот у нас есть кот, который добывает себе пищу сам. Вчера ящерицу поймал. И попугай, который ест чечевицу и чили-перец. Вон кто-то к нам едет на мотике. А вы угощайтесь пока папайей с пылу, так сказать, жару земного. Со счастья небесного. Утреннее в джунглях папайя, а? Будешь ты папайю? Давай. Не кашляй, не кашляй. Давай, давай. Это вкусно. Солнышко. Солнышко. Кушай. Ты зелень. Ты должна кушать солнышко. Смотри, как кушай, да? Выполняй. Здесь сурья. Сурья. Это есть три колер. Три колер. Ну вот такие вот два. Как у саду. Такие вот друзья. Ну вот утренний чилим покурить. Это милое дело. Прибрались, подмели. Приготовили еду, зажгли лампадки у Шивалингама. Найс. А, видео, видео. Теперь можно и передохнуть. Так бы и жить, да? Да, да. Четвером. Чар, чар. Эгду.
Чат. Чат. Family, family. Вот так через меня трубочка мира переходит, а ты солнышко пьешь, а я и счастлив. Пура диктатура. Ты сида-сида майна, ухата гунте. Вчера из джунглей музыканты вышли, сели у костра, вынули таблу, гармонику. Баджень был, тут попугая кормили чечевицей, тут песни пели, костер горел. Вот это жизнь. Расскажи им, что такое настоящая жизнь, а? Митту, то-та. То-та. Кто-то. Кто-то.